Добрый вечер, уважаемые друзья, дамы и господа. Но прежде чем мы начнем серию вопросов-ответов, я хочу поблагодарить президента Турции, господина Эрдогана, и всех наших турецких коллег за то, что они так профессионально подошли к организации работы «двадцатки», создали очень хорошую, доверительную и откровенную атмосферу рабочую для обсуждения тех тем, ради которых «двадцатка» и собралась. И хочу поблагодарить всех граждан Турции за доброжелательный подход к нашей работе и за помощь, которую мы чувствовали практически на каждом шагу. Пожалуйста. Добрый день, Петров Михаил, агентство ТАСС. Как я понимаю, одной из центральных тем саммита стала борьба с терроризмом. Понятно, что без эффективной борьбы против финансирования террористов победить эту проблему не удастся. Обсуждались ли какие-то конкретные меры на саммите? В каком ключе шло обсуждение этих мер и до чего договорились в итоге? Ну да, разумеется, эта тема была одной из ключевых. Борьба с терроризмом, особенно после трагических событий с захватом заложников и гибелью людей в Париже. Но, конечно, мы все понимаем и об этом говорили, о том, что нужно пресекать пути финансирования террористической деятельности. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ в разных странах. Финансирование, как мы установили, идет из 40 стран, причем в том числе из некоторых стран двадцатки. Обсуждали эту тему, обсуждали необходимость исполнения соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, которая была, кстати говоря, принята по инициативе Российской Федерации по предотвращению и финансированию терроризма и по пресечению незаконной торговли предметами искусства, которые террористы грабят в музеях на тех территориях, которые захватывают, и по предотвращению незаконной продажи и получения доходов от нефти и нефтепродуктов. Более того, я даже продемонстрировал нашим коллегам наши снимки из космоса, из самолетов, на которых ясно показано и видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны на автомашин заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тысяч метров они уходят за горизонт. Выглядит это как просто нефтепроводные системы. Но с коллегами, конечно, этот вопрос обсуждали, и надеюсь, что мы и дальше продолжим эту работу, которая, на мой взгляд, является чрезвычайно важной для борьбы с террором. Агентство «Интерфакс». Владимир Владимирович, в основе «двадцатки» всегда были экономические вопросы. Какие бы из экономических тем, которые вы обсуждали с лидерами, вы бы для себя выделили и под вопрос? Вы занимались экономикой и на полях саммита, встречались с главой МВФ. О чем вы говорили, каковы итоги переговоров и в чем суть предложения, которое вы сделали по пересмотру по долговой проблеме Украины МВФ? Действительно, «двадцатка» – это прежде всего экономический саммит, саммит для обсуждения экономических вопросов, поэтому в центре, кроме вопросов борьбы с террором, что естественно после последних событий и активизации террористов на различных направлениях, мы, конечно, обсуждали экономические проблемы, и среди них я бы выделил инвестиционные вопросы и проблемы, прежде всего связанные с инвестициями в крупные инфраструктурные проекты и с поддержкой малого и среднего бизнеса. Затем это вопросы борьбы с уходом от налогообложения, с незаконным сокращением налогооблагаемой базы. Ну и третья тема – это вовлечение в трудовую деятельность людей старшего поколения и вообще проблемы, связанные с рынком труда. Здесь два аспекта. И уменьшение количества безработных среди молодежи. «Двадцатка» ставит перед собой задачу где-то свести это к 15% в ближайшие несколько лет. Ну и вовлечение, как я уже сказал, в трудовую деятельность людей старшего поколения – это так называемая серебряная экономика. Действительно, во всех развитых странах наблюдается процесс старения населения, количество
трудовых ресурсов, сокращается количество тех людей, которые обеспечивают выплаты в пенсионные фонды, сокращается, а количество людей пенсионного возраста увеличивается. Это действительно является уже сегодня достаточно ощутимым вызовом для экономики развитых стран. И, безусловно, мы не могли не обсуждать эту тему. Вот я бы сказал еще, наверное, и о такой проблеме, как проблема климатических изменений, которая очень близко примыкает к вопросам развития экономики и обеспечению темпов роста экономики. Да, это одна из острых проблем сегодняшнего дня в наших взаимоотношениях и с Украиной, и тема, проблема, которая очень активно в последние месяцы обсуждается и с нашими коллегами по Международному валютному фонду. Нас убеждают наши партнеры по МВФ в том, что мы могли бы пойти на реструктуризацию украинского долга в объеме 3 миллиарда долларов, который должен был быть выплачен до конца следующего месяца, до конца этого года. И уверяют нас в том, что мы должны были бы пойти навстречу Украине и перенести этот платеж в объеме 3 миллиардов долларов на следующий год. Уверяют нас в том, что это и Украине поможет, и обеспечит выплаты России как кредитору. Мы обратили внимание наших партнеров на то, что наш долг является не частным долгом, это суверенный долг, который предоставлен Украине на нерыночных принципах, на нерыночных условиях. Это суверенный долг украинского государства. Тем не менее, именно для того, чтобы обеспечить получение денег, возврат этих денег, и для того, чтобы не ставить Украину в сложное положение, мы сделали, на мой взгляд, неожиданное предложение нашим партнерам. Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, а мы предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил Международный валютный фонд. Нас просили перенести этот платеж на следующий год в объеме 3 миллиардов. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию, готовы на то, чтобы получить... В этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 16-м, в 17-м еще миллиард и в 18-м еще один миллиард. Но поскольку наши партнеры уверены, что кредитоспособность украинского государства будет расти, и у нас нет оснований сомневаться в том, что мы получим даже 3 миллиарда в следующем году, а если это так, то нет никаких опасений у наших партнеров выставить гарантии по этому кредиту. И мы попросили таких гарантий либо от правительства Соединенных Штатов, либо от Евросоюза, либо от одного из солидных международных финансовых институтов. Причем мы надеемся, что этот вопрос будет решен до начала декабря текущего года в силу определенного графика работы Международного валютного фонда. Мы переговорили по этому вопросу и с госпожой Лагард, и сегодня так на ногах, но все-таки переговорили и с президентом Соединенных Штатов, и с министром финансов США. Должен сказать, что это предложение воспринято с интересом. Мы договорились с партнерами, что в самое ближайшее время предметно пообсуждаем детали наших предложений. Ну и на самом-то деле, действительно, если наши партнеры считают, что кредитоспособность Украины будет возрастать, и нас в этом убеждают, значит, они верят в это. А если верят в это, пусть дадут гарантии. А если они способны дать гарантии, то значит, они не верят тогда в будущее украинской экономики. Это плохо, мне кажется, и для них, поскольку... Понятно, они убеждают нас в том, чего нет на самом деле. Это плохо и для наших украинских партнеров. Но мы думаем, что на самом деле все это возможно, и не видим никаких проблем в том, чтобы мы разделили риски с нашими партнерами. Кира Латухина, «Российская газета». Владимир Владимирович, эксперты много говорили о преемственности повестки турецкого председательства и саммита, позапрошлогоднего саммита, который Россия провела в Санкт-Петербурге. Как вы считаете,
Подтвердилась ли эта преемственность? Да, конечно. Во-первых, мы очень активно работали в рамках двадцатки на экспертном уровне по реализации наших предложений еще в Петербурге, связанных с предотвращением ухода от налогообложения и сокращением налогооблагаемой базы. В России разработали целый комплекс мер и приняли даже, знаете, федеральный закон о контролируемых иностранных компаниях, о КИКах так называемых. Это в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Петербурге. На экспертном уровне мы активно работали с представителями ОЭСР и разработали план действий по этому вопросу. И вот сейчас мы тоже об этом говорили, констатировали, что должна начаться работа по его имплементации. Поэтому в этом смысле мы видим преемственность турецкого председательства, так же, как и в вопросах инвестиций. Ведь мы как раз об этом и говорили, особенно применительно к инфраструктурным проектам. Спасибо. Очень много разговоров после событий, которые были в Париже, о том, что может состоиться кардинальные изменения, качественные изменения в отношении между Россией и Западом. Как вы относитесь к этому? Вы их видите? Видели вы какие-нибудь конкретные доказательства тому в ваших сегодня встречах, допустим, с премьер-министром Великобритании или вчера с президентом США? Ну, вы знаете, мы никогда не отказывались от добрых отношений с нашими партнерами ни на Востоке, ни на Западе. И те односторонние меры, ограничивающие наше взаимодействие по различным направлениям, были инициированы не нами, а нашими партнерами. Если сейчас наши партнеры считают, что настало время как-то менять наши отношения, то мы будем это приветствовать. Мы никогда не отказывались от совместной работы и двери не закрывали. Но мне показалось, что действительно, во всяком случае, таком на экспертном уровне, на уровне обсуждения проблем, есть явная заинтересованность в том, чтобы возобновить работу по очень многим направлениям, включая и экономику, и политику, и сферу безопасности. А вот то, что в прошлом году на двадцатке многие сказали, что вы были изгоем двадцатки среди их лидеров на двадцатке. Да, в этом году вы уже игрок именно из-за Сирии. Как вы относитесь к этому? И в общем-то, что вы думаете, если вы согласны немного с этим, о таком развороте, повороте событий? Нет, конечно нет. В прошлом году, я уже говорил об этом, австралийские коллеги создали очень хорошие условия для работы. Все было очень корректно, без всяких проблем. Ну, хотелось просто так преподнести, видимо, общественности, как вы сейчас сказали, что Россия как-то изолирована. Но это ничего подобного не было. И тот факт, что я чуть пораньше уехал, могу вам сказать, открыть секрет, я, по-моему, уже об этом говорил. Я сделал это по техническим соображениям, чтобы не стоять в очереди на отлет. Вот и все. Нужно было лететь до Москвы, там сколько, 14 часов, что ли. Поэтому мне нужно было просто сесть в первом самолет. Я знаю, как там расписывают, протокольные службы расписывают отлет, нужно было 3 часа ждать там. Я просто пораньше уехал. Вот, никаких не было проблем ни тогда, ни сейчас. Хотя, конечно, отношения были более напряженными, чем сегодня. Это, конечно, чувствуется, это правда. Но жизнь идет вперед, все меняется, возникают и новые проблемы, и новые угрозы, и новые вызовы, которые трудно решать в одиночку. Кому бы то ни было, нужно объединять усилия. Ирина Глушакова, РИА Новости. Я, наверное, вернусь к теме терроризма. За последний месяц по всему миру прошла серия трагических событий, причем в самых разных точках. Взрывы в Багдаде, подготовка к взрывам и терактам в Стамбуле, крушение нашего самолета. Я знаю, да, что нет пока окончательной версии, что это было, но, как бы, на взгляд всех экспертов, да, вероятность теракта исключать нельзя. Последние кошмарные взрывы в Париже. Франция начала массированную атаку в Сирии, да, операцию. Каждый лидер на встрече, любой и на общих каких-то здесь собраниях, говорил о необходимости объединить усилия. Как вы считаете, возможно в этих условиях создать действительно единую антитеррористическую коалицию? И что она из себя должна представлять? Потому что об объединении усилий говорят все, но при этом никто не говорит, какие должны быть у нее параметры, что она должна себя, как она должна выглядеть.
Ну, конечно, я думаю, что это не только можно, но и необходимо сделать. Если вы помните, я же говорил об этом и на генеральной сессии ООН, посвященной 70-летию создания организации. Именно об этом ведь я и говорил. И трагические события, которые за этим последовали, только подтвердили нашу правоту. А как это должно выглядеть? Ничего сложного здесь нет. Нужно наладить конкретную работу по предотвращению террористических актов, предупреждению и борьбе с терроризмом в глобальном масштабе. Вот мы же предложили сотрудничество на антиигиловском направлении. К сожалению, наши партнеры в Соединенных Штатах на первом этапе ответили отказом. Они просто в письменном виде направили ноту, сказали, и там написано: мы отклоняем ваше предложение. Но действительно, жизнь, она развивается, причем очень быстро, и часто преподносят нам уроки. И мне кажется, что сейчас все-таки осознание того, что эффективно бороться можно только вместе, приходит ко всем. Мы никогда не закрывали двери для этого сотрудничества. Полагаем, что это сотрудничество может быть налажено и на политическом уровне, и на уровне спецслужб, которые должны активнее друг с другом работать, обмениваться информацией, помогать друг другу и предупреждать друг друга об опасности. Но вот что касается сирийского направления, то здесь нам нужно прежде всего определиться, и сейчас министры иностранных дел работают над этим, кого все-таки мы считаем, какие группировки мы считаем террористическими организациями, а какие можно отнести к вооруженной, но все-таки здоровой части сирийской оппозиции. И сконцентрировать наши усилия в борьбе именно с террористическими организациями, с тем, чтобы создать условия для политического урегулирования сирийского кризиса. Радиостанция «Маяк» Вести ФМ. Владимирович, у вас на саммите, на полях саммита состоялась встреча с Реджебом Эрдоганом. Это был ваш первый контакт после выборов в Турции, где Эрдоган и его партия подтвердили статус-кво в политической жизни Турции. Вот в связи с этим, было ли вот по итогам этих переговоров вам сложнее говорить с турецкой стороной, например, по той же Сирии? И что будет с такими проектами, как «Турецкий поток», другими энергетическими проектами, о которых договаривались раньше? Нет, никаких сложностей я не почувствовал. Пожалуй, даже наоборот, мы можем констатировать какое-то сближение наших позиций. Президент Турции человек прямой, открытый, и переговорщик он непростой, но тем не менее он очень опытный человек и явно стремится тоже к поиску решения, поэтому мы вчера с ним долго говорили и по двусторонним нашим отношениям, и по сирийскому урегулированию. Мне показалось, что все-таки мы можем нащупать какие-то общие точки, которые позволят нам, оттолкнувшись от них, добиться общего успеха. Это прежде всего относится к тому, что президент Турции, как он вчера мне об этом прямо сказал, считает, что сирийский кризис может быть решен только политическими средствами, и нужно создать условия для продвижения этого политического процесса. Проекты вот энергетические. Что касается двухсторонних проектов, то здесь я вообще не вижу никаких проблем. Мы как работали, так и работаем над этими вопросами. Там есть свои проблемы, свои вопросы, связанные с просто, ну, если примитивно сказать, с торговлей. Что раньше? Курица или яйцо? Что раньше? Проект, допустим, «Турецкий поток», его юридическое оформление, либо скидки на продаваемый на турецкий рынок наш газ, либо сначала скидки, а потом юридическое оформление. Но в любом случае Турция заинтересована, как нам было сказано, в сохранении и увеличении объемов продаж на свой рынок наших товаров, прежде всего, и в данном случае мы говорим о газовых сделках, и мы рассматривали различные варианты решения этих вопросов, которые представляют для нас обоюдный интерес. Егор Сазавигурьев, «Известия».
Хотел бы вернуться к украинской тематике, тем более вы вчера встречались с Меркель, Германия входит в нормандский формат. Обсуждался ли украинский кризис, и нет ли у вас опасений, что в тот момент, когда мировое сообщество сконцентрировано на теме борьбы с терроризмом, там на Донбассе вновь может разгореться конфликт? Ну, исходим из того, что хватит и выдержки, и ума, и ответственности у всех людей, от кого это зависит, и мы не будем наблюдать деградацию ситуации на юго-востоке Украины, а наоборот будем способствовать тому, чтобы фактическое перемирие, которое удалось достигнуть большими усилиями, не будет нарушено, а наоборот оно будет способствовать развитию политического процесса. Что касается обсуждения темы Украины, то да, действительно, ну это и само собой разумеется, мне кажется, ничего здесь необычного нет. После трагических событий в Париже, после крушения нашего самолета, в отношении которого еще много неясностей, конечно, прежде всего говорили об этих проблемах, но, тем не менее, украинская тематика, она не уходила с повестки дня. Я с коллегами, практически со всеми, с кем говорил в двухстороннем формате, обсуждал эти вопросы, и эта тема не забыта. Спасибо. Associated Press. Владимир Владимирович, вот часто можно было слышать, что западные партнеры ваши обвиняли Россию в том, что российские ВКС в Сирии наносят удары не по тем, не по ИГИЛ, а по умеренным группировкам, так называемым. Вот сейчас в ходе саммита изменилось их мнение, как вы почувствовали в ходе дискуссий? И вторая часть вопроса. В ходе операции, возглавляемой США против ИГИЛ, ИГИЛ сломить не удалось. Вот в чем вы видите в военном отношении разницу между действиями России и действиями коалиции, возглавляемой США? Спасибо. Первая часть вопроса касается... Почувствовали ли вы разницу в подходе? Перестали ли критиковать Россию за то, что она бьет не по тем в Сирии? Ну, в общем и целом, она как-то немножко... Эта критика... Ну, почти не звучало, так скажем. Да и трудно нас критиковать-то. Когда нам говорят, вы бьете не туда, а мы говорим, скажите куда, назовите цели, нам не дают. Мы бьем не туда, скажите куда не надо, тоже не дают. Ну, как нас критиковать-то? Поэтому, но мы, знаете, я не хочу ерничать на этот счет. Как ни странно, есть и свои резоны в этом, и свои причины. И одна из них, я вам скажу сейчас прямо, заключается в том, что нам боятся давать территории, по которым не надо наносить удары, опасаясь, что именно туда мы будем удары наносить, что мы всех обманем. Видимо, о нас думают, исходя из своих собственных представлений о порядочности. Но я могу подтвердить, что мы сейчас, что называется, на поле боя, установили контакты с частью, конечно, не со всей, но с частью так называемой непримиримой, даже вооруженной сирийской оппозиции, которые сами нас просили не наносить удары по тем участкам территории, которые они контролируют. Мы достигли этой договоренности и исполняем их. Более того, вот эта часть вооруженной оппозиции считает возможным начать активные боевые действия против террористических организаций, прежде всего против ИГИЛ, в случае нашей поддержки с воздуха. И мы готовы оказать им эту поддержку. Если это произойдет, то это значит, что армия президента Асада с одной стороны и вооруженная оппозиция с другой борется с общим врагом. Мне представляется, что это может стать хорошей базой, хорошей основой для последующей работы и на площадке политического урегулирования. Собственно говоря, такую идею когда-то, когда я вот в Париже был недавно в рамках нормандского формата, предложил президент Франции господин Олланд. Ну, вот первые шаги в это направление мы сделали, и в общем и целом они пока позитивны. Нам очень нужна помощь и поддержка Соединенных Штатов, европейских стран,
Саудовской Аравии, Турции, Ирана, для того, чтобы этот процесс сделать необратимым. Вот мы об этом с коллегами сегодня тоже очень подробно говорили. Спасибо. Спасибо. Александр Колесниченко, «Аргументы и факты». С момента крушения российского аэробуса прошло достаточно много времени. В чем остаются сложности, о которых вы говорили? Когда все-таки можно ждать окончательного вердикта, что ли, о результатах, о причинах этой трагедии? И второе, позвольте, насколько сегодня, по-вашему, велика угроза повторения того, что случилось в Париже, в российских городах? Что делается для минимизации этих угроз? Спасибо. К сожалению, от террористических атак никто не застрахован. Вот ведь, допустим, Франция относилась к числу тех стран, которые вообще занимали достаточно жесткую позицию в отношении президента Асада лично. И мы слышали все время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должно быть согласование вопроса об уходе президента Асада. Ну и что? Это уберегло Париж от террористической атаки? Нет. Нам, мне кажется, не нужно выдвигать вперед вопросы, которые, по сути, являются второстепенными. Первое, что мы должны сделать, это объединить свои усилия в борьбе с террором и с террористическими организациями. И на этой базе договариваться о политических преобразованиях. Что касается крушения нашего самолета, это огромная боль для всех нас, для всего российского народа. Чтобы не было причины этого крушения. Большое количество жертв. И это огромная трагедия для всех нас. Да, мы знаем о всех версиях, и все версии рассматриваются. Окончательный вывод можно будет сделать после проведения и завершения экспертиз. Какие это экспертизы? Если был взрыв, то на обшивке лайнера, на вещах пассажиров должны остаться следы взрывчатого вещества. Это неизбежно. И у нас достаточно техники, хороших специалистов, классных, мирового уровня в этой области, которые в состоянии обнаружить эти следы. Только после этого можно будет сказать о причинах этой трагедии. Ну а здесь вот коллега спрашивал по поводу того, как эффективно работали западные страны или менее эффективно. Мы работаем ли эффективно в борьбе с ИГИЛ, скажем, с другими террористическими организациями? Я думаю, что знаете, что сейчас не время нам говорить, кто эффективно, кто неэффективно. Вот французские самолеты сейчас увеличили просто количество боевых вылетов. Но если вы посчитаете, посмотрите, сколько наши летчики сделали за последнее время, то будет понятна интенсивность этой боевой работы. Но, повторяю, сейчас не время считать, кто лучше, кто хуже, причины, почему предыдущие действия были менее эффективными или более эффективными. Сейчас нужно посмотреть вперед, нужно объединить усилия для борьбы с общей угрозой. Спасибо. Спасибо.